А это поилка. Поилка Хайд-парка. Смотрите, какие симпатичные два мишки обнимаются. Это воду здесь можно пить, когда очень жарко. Это для людей поилочка. 1859 года. Так, сейчас переведу. Поставлен в 1850 году для питьевой фонтан. Drinking fountains. Вот так вот. Вот такие славные два медвежонка. И подставки для ног, для питья. Ну, детям забраться можно и попить. Вот так вот. А вот собакины вышли гулять в парк.